play it again. Hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga, loose on. Let me begin, cause I know you're feeling too gone. Move on, summer and NY. Rhymes and good times on the upper west side. Unwind, let me see your best life. Реклама. Смотрим! Привет, мужик! Закончился второй сезон сериала про супергероев «Пацаны». Но Wargaming и Amazon продолжают свое сотрудничество, а это значит, выходит новый набор про супергероев от Amazon Prime, в котором вы гарантированно получаете уникального командира супергероиню Мэйв, эксклюзивный супергеройский 2D стиль под названием «Королева Мэйв», премиум аккаунт, 10 задач на X5 опыта, медаль супергероя, а также 2 награды на выбор, прем танки в аренду 8 уровня, сому СМ, а также Супер Першинг, премтанк 7 уровня ИС-2, премтанк 6 уровня Шерман Лоза, и все это с возможностью выкупа со скидкой. 10 чертежей все, или подождите-ка, я, помимо того, что вступлю в клан и буду играть на ЕБРе, знаете, что буду еще делать? Знаете, что буду еще делать? Нет, не знаете, потому что я вам, блядь, не сказал об этом. Сегодня я буду нырять. Что такое? А, Глен, походу, сдох уже. Ладно, неважно. И мы начинаем. Так, ладно. Здорово, ребят. Здорово, блядь. Король королевич, естественно, вернулся. Вернулся на свой пьедестал, так сказать, занимает почетное место. Открывайте шампанское, встречайте. Фанфары. Ну и все. В принципе, вступление закончено. Не особо сегодня сильно хотел в тут играть. Вот, скорее хотел просто тут посмотреть, что вообще изменилось за недельку, так может на фоне где-нибудь там потрындеть или еще что-нибудь, может быть просто подрубить, так сказать, свое красивое загорелое личико, которое офигеть, как сильно не загорело, порассказывать, что я делал, так сказать, порассказываете, что вообще в танках происходило, какое говно вы смотрели, пока меня не было, естественно, ну, потому что нормальная доза контента, так сказать, она весьма ограничена, чаще всего какое-то фуфло, так сказать, тут транслируют нынче по нашему тервизору под названием интернет, поэтому фиг его знает, как оно было, вот. Далее. Так. А, да, кстати, пока был, получается, в Турции, досмотрел сериал «Пацаны», не буду спойлерить, но последние 3 серии сериала рекомендую. Сериал «Пацаны» рекомендую посмотреть. Вот, рекомендую посмотреть. Смотрел сервера и глаза сломал. Смотрел сервера и пробил себе мозг. Не, ну да, такое говно я бы не смотрел, конечно. Просмотр реплеев и разбор реплеев, так сказать, прайс находится в описании, вот, вне очереди, в очереди, на артиллерии и так далее и тому подобное, все, мы будем это постепенно разбирать, вот как-то так. Все, далее, тебя никто не слушает, как меня может никто не слушать, если здесь сидят люди на моем стриме? Если люди сидят на моем стриме, значит, они меня априори слушают, вот, а если не слушают, то это их проблемы, главное, что они сидят на моем стриме, вот, а дальше они уже сами выбирают, каким образом им действовать или не действовать. Вот, погнали Нидина смотреть, он метро стримит, да, пожалуйста, иди смотреть, только не надо здесь пропагандос хуйню устраивать, поэтому отправляйся, так сказать, в тайм-аутах. Лади, серьезные ошибки игрока, поднять мыло, которую уронил Петрович. Так, хоба, приветствую всех подписчики, новые зрители, вы на канале NRU, и прежде чем мы начнем этот видеоролик, поздравлю вас всех с Новым Годом, потому что никак иначе, как ап объекта 140 E50M, а также 121-го, не назвать как подарок от Деда Мороза. Объект 140, советский средний танк 10 уровня, который многие из нас выкачивали еще 7 лет назад, наконец-то дождался апгрейда ребаланса. Не буду затягивать со всякими лирическими отступлениями. Самое важное, что нужно понять из этого видеоролика и разобраться вот в чем. Первое, это играбен ли объект 140 с текущим мапом, который он у него есть. Нужно ли выкупать объект 140 для того, чтобы... Ну, то есть, пресс, короче говоря, не получить, бро. Да ёб твою мать, удес, я тебя в рот долбил, свинина.